Приветствую, друзья! В этом видео вам расскажу о том, как проверить статус американской визы, если вы подали для этой визы. Неважно, вы подали, сами присутствовали на интервью, или же подали на обновление визы без интервью. Итак, как проверить? Заходим на сайт siac.state.gov. Далее тут из двух вариантов виз, нон-иммигрант и иммигрант. Выбираем тот, который нам нужен. В моем случае это нон-иммигрант. Выбираем check my visa application status. Окей, хорошо. Нажимаем. Далее выбираем select a location. В моем случае это Стамбул, Турция, Стамбул. Так, есть. Далее, Application ID. Application ID это выдается автоматом при заполнении заявления на визу. Далее вводим код. U665. Окей. Submit. Вот и все, друзья. Тут сразу появляется информация. В самом начале, если ничего не появилось, там обычно пишут no status. То есть не удивляйтесь, значит, может быть, паспорт дошел или паспорт находится в консульстве, но пока этот паспорт, ваши документы не дошли, скажем, до рук консула, да, до того офицера, который рассматривает это дело. Вот. В этом случае будет написано no status. Но если уже в дальнейшем меняется статус, то, как в моем случае, это application received, то есть заявление получено на рассмотрение. Вот так, друзья. Вот и все. Пока.